Неприятных обитателей обнаружила в одном из дискаунтеров телезрительница из Абакана. Встреча настолько возмутила покупательницу, что она сняла это на видео и прислала к нам в рубрику «Мобильный репортер». Посмотрите, в каких условиях хранятся здесь продукты, которые покупатель использует для приготовления пищи. Руководство магазина утверждает, что обработку в данном магазине они проводят регулярно. Судя по видео, тараканы освоили не только полки магазина. Мы выясним у администрации торгового заведения, как это возможно, и у надзорных органов, что необходимо делать в таких случаях.